редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта. С учетом стремительного роста этих... Вам, думаю, хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажированно, не учитывают, а порой просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру. Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных, тот, который удобен, выгоден разработчикам системы. Таким образом, алгоритм, например, может указать машине, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода отмена в цифровом пространстве. Среднего профессионального образования. Надо внедрять эти инструменты самым широким образом. Причем обучение должно начаться уже. Конечно, монопольное доминирование подобных чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо. Наши отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знания, мудрость всех цивилизаций. От этого мы станем с вами только богаче и более конкурентоспособными. Спасибо. Герман Оскарович обещал, что участники нашей встречи...